Всех приветствую на комплексном анализе рынков с Виталием Шевченко. Поехали! Как всегда, начинаем со статистики. Хотелось бы отметить данные, которые выходили по еврозоне, непосредственно данные по индексу делового доверия в Италии и индекс делового климата IFO Германии. Все вышло в зеленом, намного лучше ожиданий. Но впереди нас ждут данные со стороны США. Это расходы и доходы 16:30 по московскому времени. И закрывает сегодняшние торговые сутки, как и торговую неделю, это данные от Мичигана. И здесь по прогнозу также ожидается улучшение показателя. Если брать более глобально, то хотелось бы отметить волну оптимизма на фоне хороших экономических данных со стороны США. Мы это видели по укреплению фондовых индексов. Помимо этого, хотелось бы отметить президента Джо Байдена, который, опять же, на фоне вот этих хороших данных сказал, что следующая фаза вакцинации в 100 миллионов прививок должна случиться на 42 дня ранее. Ну, а если брать непосредственно основную пару евро-доллар, то здесь я считаю, что перспективы на укрепление больше у доллара, чем у непосредственно евро. Так, переходим к технике. Как всегда, начинаем с индекса доллара. Ну, а дальше пройдемся уже по рынкам. По индексу доллара все двигаемся в рамках непосредственно технической картины, которую я озвучу на своих видеообзорах. Вчера достигли 92.95. Сегодня хотелось бы получить... Ну, минимальная коррекция, я думаю, будет в район 92.60, а более ожидаемая в район 92.40 и уже дальше выход в район 93.15-93.30. Исходя из этого, теперь уже переходим к полной картине по евро, фунту, японской иене. Со стороны маржинальных зон обеспечения у нас сохраняется нисходящий приоритет, но в силу вышедшего фундамента, вышедшей статистики и возможной коррекции индекса доллара, не исключая захода, самое первое в район 1.18, ну и более глубокое в район 1.1840, 1.1850, это полная коррекционная зона, промежуточная, восходящая, и здесь находится АТР-ка, поэтому в принципе можно построить усредняющую систему 3.7, 1.18, 3 части от вашего рабочего объема, 7 частей доливаем уже из района 1.1840, 1.1850. Со стороны опционов картина по паре евро-доллар выглядит по-следующему. Мы вышли за непосредственно нижнюю границу опционного канала. Соответственно, опционщики будут толкать нас вверх. Напоминаю, что для меня это контртрендовая стратегия. Основной приоритет – это нисходящая стороны маржинальных зон обеспечения. Так, по открытому интересу желающих продать вплоть до 1.1875 больше, чем покупателей. Так, ну и со стороны месяца у нас ситуация, в принципе, точно такая же, как и по неделькам. Хотелось бы здесь отметить только баланс дня. Мы находимся выше, и все-таки это сигнал, да, на покупку. Поэтому покупка с коротким стоп-лоссом под минимумы. Так, верхняя граница находится в районе 1.1865. Так, ну и открытый интерес, если брать маржинальные зоны обеспечения, один из крупных как раз в районе 1.1835. Со стороны объема более, наверное, интересная картина. Первые крупные объемы в районе как раз 1.1805. Здесь же находится первая у нас дополнительная зона, о чем я и говорил. Ну и дальше уже выше в район как раз 1.1840, следующий крупный объем. Это на полную дозаливку. Пара фунт-доллар. Здесь, ну, лично я ожидаю
все-таки более высокого захода в район 1.3860, 1.3890, более оптимальная зона, откуда можно будет продавать. Здесь у нас и восходящая промежуточная зона, и непосредственно классика со стороны 4 часов, пробитая ранее нижняя граница треугольника. Поэтому больше факторов для того, чтобы здесь оптимально найти уровень, область, чтобы встать на продажу. Со стороны экономического календаря хотелось бы отметить, что в 15.00 по московскому времени будет выступление члена Банка Англии. Поэтому этот момент может поддержать как раз непосредственно пару фунт-доллар перед открытием американцев. Со стороны опционов картина по паре фунт-доллар у нас выглядит по-следующему. Так же, как и по паре евро-доллар. От нижней границы идем вверх над балансом. В принципе, сигнал со стороны опционов у нас есть. По открытому интересу все очень скудно. Так, ну и месяц. Так же, как и, в принципе, неделька. С этой стороны я бы отметил оптимальный уровень между покупателями и продавцами. Это 1.3850. Ну и здесь же заканчивается интерес продавцов со стороны открытого интереса колов и путов. Так, и объемный анализ. Так, подгружаем пару фунт-доллар. Если брать объемы, то в принципе, да, и внутри дня, и по текущим ничего не мешает нам подняться вверх. Лишь только крупные объемы, которые сосредоточены в районе 1.3870, 1.3875. В принципе, это озвученная мною область 1.3860, 1.3890. Поэтому ждем полного захода туда и оттуда уже переворачиваемся агрессивно. Агрессивно можно встать на покупку, но более острым стоит вопрос, куда поставить стоп-лосс. Как один из ближайших вариантов, это под баланс, это непосредственно 1.3740, но помню о том, что это достаточно волатильный инструмент, 1.3720 более идеально так выглядит на внутридневную торговлю со стороны стоп-лосса. Пара доллар-иена. Все, моя любимица пошла без серьезных коррекций, поэтому с этой стороны это опять же переход на более младшие таймфреймы M15-M5 с подключением стандартного индикатора скользящей средней, и при касании скользящей средней входим на покупку по целям 109.60, 109.70, ну и более высокая цель, это район 110. Так, со стороны опционов картина по паре доллар-иена у нас выглядит по-следующему. Так, недельки большой разброс, большое расширение самого канала. Ну, в принципе, близко подходим. Если брать самый верх, верхнюю границу, это 110.20. Так, посмотрим со стороны месяца. По месяцу сигнал на покупку имеется, выше баланса, граница достаточно высокая. Верхняя граница находится в районе 110.60, а со стороны открытого. Вот один из самых больших, это непосредственно как раз район 110. Если посмотреть, то здесь больше путов, то есть желающих продать данный валютный инструмент с более высоких уровней. Так, со стороны объемов картина по паре доллар-иена у нас выглядит по-следующему. Внутри дня Перевес продавцов у нас есть, больше чем 1000, но это как раз момент, связанный непосредственно с набором позиций на продажу. Ну и достаточно крупные первые начинаются, как и по
маржинальным зонам из района 109.60, 109.70. Поэтому здесь можно будет попробовать первую продажу. Так, с стороны волатильности, если мы сюда дойдем, лучше дожидаться, наверное, подхода прям к 109.70. Это практически внутридневная волатильность. Здесь можно будет реально увидеть первую коррекционную волну. Ну и видим, самый крупный объем у нас находится в районе 110.10. Так, а мы с вами переходим к товарно-сырьевому сектору страны валют. Это канадские и австралийские доллары. По канадцу хотелось бы отметить, что у нас чем выше забирается валютный инструмент, идет ко второй восходящей целевой зоне, тем отчетливее у нас проявляются коррекционные движения. На сегодняшний день идеальным было бы достижение нисходящей промежуточной зоны. Это непосредственно 1.2530, 1.2540. Но со стороны 4-часового таймфрейма мы опять забираемся в наш любимый нисходящий тренд, в верхнюю его часть. Поэтому стороны классики могут нас и не пустить. Поэтому опять же усредняющая система 3 к 7 по текущим это покупка и более серьезная доливка из района 1.2530, 1.2540. Со стороны маржинальных зон обеспечения у нас сохраняется восходящий потенциал. Со стороны опционов картина выглядит по-следующему. По неделям, ну, в принципе, если так брать, оптимальный уровень между покупателями и продавцами, он как раз в районе 1.2540. Еще одно подтверждение хорошего уровня на покупку. Ну, по открытому интересу все достаточно далеко. Посмотрим, что нам дадут месячные опционы. С этой стороны я бы обратил ваше внимание на нижнюю границу в районе 1.25 ровно. Ну, здесь можно, как говорится, доливаться по полной. Тем более, здесь по волатильности будет практически 110 пунктов. Для данного валютного инструмента это великолепная внутридневная волатильность. Ну и непосредственно ситуация с нефтяным рынком может помочь здесь в паре в дальнейшем укреплении до 31 марта. Об этом поговорим уже, когда будем разбирать бренд. Так, по объемам ситуация у нас следующая. Крупные находятся при подходе 1.25, ну и в принципе как раз на районе 1.2530, 1.2540 начинаются уже выставляться покупатели, поэтому с этой стороны будем аккуратны и уже понимаем, что здесь можно откупаться. Австралиец. По австралийцу, в принципе, точно такая же картина, как и по паре доллар-канадский доллар. То есть работает и классика с более старших таймфреймов. Поэтому здесь по, опять же, усредняющей системе, пока далеко не ушли, три части от объема запускаем в продажу. Ну и более высокая из района 0.7650, 0.7670. Идеально, конечно, не знаю, на чем мы можем туда сходить. Супер-мега-оптимизм. Это 0.77 ровно. Но я бы разобрал пока ближайшие области, с которых можно входить на продажу. По целям покажу цели. 75.30 и нижняя целевая зона 74.70, 74.90. Со стороны опционов картина по паре австралиец к доллару выглядит по-следующему. Из нижней границы вытолкнуть-то, по идее, нас должны, но селенок достаточно мало. Вот, желающих больше путов, желающих больше продавать данный валютный инструмент. Ну, пока плюсом со стороны месячных опционов является то, что мы находимся выше баланса и оптимальный уровень между покупателями и продавцами находится в районе как раз 0.77. Дойти бы туда, но я думаю, что ближе к экспирации мы сюда доковыляем, можно и так сказать. Австралиец к доллару по объемам.
Так, с этой стороны, если посмотреть, то опять же самые крупные объемы, они начинаются из района 0,77 и чуть выше. А так, ну, небольшие 76,50 и из района 76, ну практически 70. То есть при подходе непосредственно к восходящей маржинальной зоне. То есть эта область достаточно, можно сказать, вкусная с точки зрения выгодных цен на продажу. Товарно-сырьевой сектор, нефть сорта Brent и непосредственно золото. Давайте начнем с нефтяного рынка. С этой стороны, со стороны фундаментального анализа хотелось бы отметить ситуацию по блокировке Суэцкого канала. Операция по восстановлению движения, она продлится минимум до 31 марта. Это, в свою очередь, будет оказывать небольшое нисходящее давление на котировки нефти. Плюс мы находимся в треугольнике, поэтому при подходе в район 64 ровно, это, соответственно, продажа с стоп-лоссом выше 64,85. Ну, по тейку здесь сориентируйтесь, это достижение 61,85. Золото. С золотом все достаточно просто. Вчера был всплеск, но все равно нас вернули в классику. Это нисходящий тренд. Оптимальная точка у нас находится в районе 1735. Если подойдем, то продаем. Стейком опять же смотрим, да, небольшая перепись минимума. Это заход в район 1719-1720. Со стороны объемов картина по золоту выглядит по-следующему. Так, если брать сюда, то как раз 1735. Ну, отсюда объемы уже есть. Сильно пропускать нас не будут, поэтому анализируя непосредственно вот этот крупный объем, который сейчас есть, если все будет позитивно, да, спокойно на Европе, то может как раз до линии сопротивления непосредственно до 1735 нас добросить, а там уже переворачиваться. Так, ну и как всегда в конце, это основные фондовые индексы, DAX-30, NASDAQ, СИПЛы и Dow Jones. Начинаем с DAX-а. По DAX-у хорошо, что мы забрались на желтую область выше 14670. В свете выхода хороших данных на Европе DAX может укрепиться, поэтому покупка с коротким стоп-лоссом под непосредственно 14615. По целям здесь, ну, перебитие внутридневной АТР-ки, заход в район практически 14.90. Более глобально это, конечно, достижение 15 тысяч. Американцы, с этой стороны, со стороны NASDAQ зайдем. После сильного падения, да, и все-таки выхода волны оптимизма, можно так сказать, на фондовый рынок, у нас отрисовывается со стороны классики перевернутая голова плечи. Левое плечо есть, голова есть, отрисовываем правое плечо. Ну и если будет отрисовка, то, соответственно, ждем пробития линии шеи и уже дальнейшего похода. Здесь лично я по целям себе ставлю это 13100, самое первое, а потом достижение максимумов и его перебитие 13330. Это со стороны маржинальных зон обеспечения, со стороны тактики адверза, тоже с оптимальной точки 300% пошли вверх, поэтому одна из самых значимых целей — это 13335, в принципе, с зонами совпадает, а дальше выходим на 13,5. За сегодня я не думаю, что мы так прям шмальнем, по-другому не скажешь, но перспектива среднесрока, да, на несколько дней есть. Плюс у нас есть сигнал со стороны опционов, не ярко выраженный, но все-таки на покупку имеется. S&P здесь маржинальные зоны держат, но впереди у нас есть со стороны классики сильные локальные уровни.
Опять же, агрессивно, если входить, работать с коротким стоп-лоссом под непосредственно уровнями, по целям. Ну, здесь цели 3,950, 3,965 с заходом практически в район 3,980. Достижение максимума. На сегодня это будет достаточно хороший поход непосредственно S&P. Со стороны тактики адверса мы находимся выше баланса. Это хороший сигнал на дальнейший проход. Но нам нужно взять непосредственно желтую зону. Это 3,940, 3,950, чтобы на средний срок уже дальше как минимум укрепиться в район 4000. Вот. Ну а там уже будем брать 4030. Так, со стороны Dow Jones. Также находимся выше баланса, сигнал на покупку. Хорошо, что выше желтой области. Это тоже будет нас все сдерживать и толкать наверх. Здесь непосредственно по целям такая на прям хороший средний срок. Это достижение голубой области. Внутридневной ТРки район 33-135. Более высокая в районе 33-340. Ну, как говорится, хорошие данные по США, в принципе, могут наполнить оптимизмом американскую торговую сессию и достаточно позитивно закрыть фондовые индексы на хороших высотах. Здесь со стороны Dow Jones у нас есть и сигнал на приоритет восходящий, также сигнал на покупку, как и непосредственно у нашего S&P 500. На сегодня все. Всем желаю попутного тренда, побольше профитных сделок. Удачи и до встречи!